который вы заказывали, один из, который сегодня будет. Перед началом ничего вам не буду говорить про наши QR-кодики, да, просто обязательно, если вам интересно, зайдите. Если неудобно QR-кодики сканировать, то в описании все ссылочки есть, все максимально удобно и приятненько. «Мука. Мертвые цветы». Альбом. От 9 декабря 2022 года. О, смотрите, год альбому, да? Нихуя себе, как мы попали, да? Год и два дня. Прикольно, прикольно. «Мука. Мука, мука, мука». Что я от «Муки» слышал? От «Муки» слышал крайне мало. Наверное, мейнстрим, да? «Девочка с каре» слышали все, я в том числе. А в остальном, ну, типа... Не особо слушал их пластинки. Знаю, что это не совсем рэп, да? Это у нас что? Это же рок у нас, правильно? Это, ну, короче, панк, что-то, короче, такое, да? Но сейчас узнаем. «Мертвые цветы» — пятый по счету альбом Серафима Сидорина, более известного под псевдонимом Мука. По словам самого автора, большинство треков с отголосками прошлого, то есть похоже на тот старый стиль Серафима, который был во времена выхода «Таблетки». Изначально альбом был запланирован на 23-й год, но после дата поменялась на 22-й, чуть позднее была объявлена официальная дата выхода альбома 9 декабря 22-го года. То есть чуть-чуть он вот, да, мог попасть к нам. Окей. Альбом будет разный, очень разный. Песен, вышедших до сегодняшней, не будет. Все новое, новый звук, новый вайб. Это будет кино, моя короткометражка. Что сказал сам исполнитель о альбоме. Окей, окей. Кино так кино. Кино мы любим. Кино мы любим. Let's go. Мука, да, типа мучное. Ева гений. Ева у нас на умничах. Первый трек, интро. «Мука». Продюсер by Михаил Чертищев. Надеюсь, правильно ударение поставил. И Илья Быстров. Окей. Ну, погнали. Слушаем. Вливаемся в атмосферу короткометражки от «Муки». Красивая скрипка, да, гитара, барабаны, рок, очевидно, да, стилистика. Приятно звучит, хорошая аранжировка. Неплохо, неплохо. Такая классическая роковая, да, отчасти атмосферная история. Немножечко такая грустненькая даже, да, возможно, будет сейчас. Ну, судя по обложке, должно быть что-то такое немножечко мрачное, да, какие-то девочки, размазанные, сам «Мука» стоит. Интересно, интересно. Ну, давайте уже послушаем что-нибудь со словами. Неплохо, неплохо вливает в атмосферу, на самом деле. Очень приятное звучание. «Химия», первый трек. Produced by Михаил Чертищев и Илья Быстров. Да. Ну, окей, погнали. Откроем «Муку» для себя. Кстати, у «Муки» на альбоме девятый трек называется «Неон». Это что, отсылка на исполнителя «Неон 0536? Это может быть еще отсылка на трек «ЛСП и Фараона» «Неон». Let's go. Вот, кстати, да, вы не забывайте. Стример, копирка РЗТ, а Ева подсос Ньюберга. Не забывайте, держите это всегда в голове, это очень важно. Thank you.
чувствую боль, ты что внутри меня. Тают на окнах бутоны, и не я. Полюби мои грехи и полюби меня. А я бы полюбил тебя вот только. Химия. Сводит меня с ума, сутки почти без сна, свои черты лица. Ты не моя вина, но умерла и умерла. Вьется улица косо по нему, носит меня. Я выпью на сухо осень, вино цветов октября. Умираю от злости, это действительно я. Это действительно ты мне никак, вот только химия. Я не чувствую боли, той, что внутри меня. Да, на окнах бутоны, и не я. Полюби мои грехи и полюби меня. А я бы полюбил тебя, вот только химия. Я не чувствую боли, той, что внутри меня. Да, на окнах бутоны, и не я. Полюби мои грехи и полюби меня. А я бы полюбил тебя, вот. Все твои слезы, как мертвое море, бездонное море, дрянного вина, моей меланхолии. Мне так спокойно, ни толики боли, ни вздоха тепла. Смотрите, вы вот пишете, да, что это типа не рок, это поп-рок. Фишка в том, что вообще-то это рок. Типа, изначально рок именно вот, ну, вот примерно вот такой на самом деле. Если посмотреть классический рок, то очень приближенно к этому на самом деле. Что это звучит попсово? Это сейчас звучит попсово, потому что прошло просто время. И рок это не совсем, это не металл. Это не должно быть что-то жесткого там, да, не должно быть надрывов. В роке не было надрывов изначально никогда. Поэтому это больше к классическому року, на самом деле, приближено. По поводу звучания. Звучит супер, капа чистейшая, просто потрясающая. Отличный вокал, хорошо поставлен, все хорошо. И мне кажется, нужно было заканчивать вот этим. То есть, да, он поставил, конечно, троеточие, вот только, да, в конце он показал нам, но нужно было вот только химия. То есть точку, я думаю, можно было поставить, тоже было бы, типа, имело бы смысл. Очень нравится, как он использовал прием, который использует ЛСП, особенно в последнем альбоме это можно увидеть, да, вот только химия. Алые паруса черные, да, вот только и химия снова, типа, да, он использует переходы между куплетами и припевами, и между припевами и... куплетами, соответственно, да, в данном случае бридж, а потом припев. Прикольно, прикольно. По поводу рифм, не знаю, что вам не нравится, потому что очень прикольную структурку использует, да, у него получается рифма, она идет вот в начале на полную строку, а потом до середины, и потом дальше снова вот сюда, потом вот сюда, потом вот это, и потом вот это, то есть он рифмует по половине строчки. Это тоже какой-то прием, этот, он как-то называется, я уже не помню. Ну, это прикольно. То есть, с одной стороны, да, оно вроде как вот здесь идет все на «а», да, «я», но на самом деле он рифмует вот здесь. То есть, он рифмует вот так. И это прикольно. И это прикольно, реально. Такое редко можно встретить. Это показывает подкованность исполнителя. Это хорошо. Это красиво.
Звучит, конечно, как стоковый рок, базару ноль. Но звучит же приятно, типа ухо не режет, да? Трек довольно приятный, ровный. То есть здесь нет каких-то проблем со свидосом, нет проблем с хроном. Все очень даже. И плюс, если вчитываться, да, то есть я говорю, опять же, по структуре текста вообще заебись на самом деле. Показывает проработку. И это красиво. Огромный молодец. Химия — крутой трек. Трек добавлю в плейлист. Да, прикольно. Для жанра пиздец сильно погружает хорошо. Погружает хорошо, да, согласен. Атмосфера хорошая. А что у нас концепция там, до кучной сказки вся хуйня будет или просто набор треков? Пока сам не знаю, пока сам не знаю. Пока что было музыкальное интро, химия, да? Будем сейчас выяснять. Если этот... Внутренняя рифма, да? Блин. Может быть и так. Хуй знает, я не помню. Ну там типа у всего есть названия какие-то же типа умные. А я стример-то умный, пиздец. Не сюжеты, но концепция единая. Окей. Ну, типа, смотрите, сами следите, да, потому что я очень часто могу эту хуйню проебать, поэтому если вы мне напишите, да, то будет очень прикольно. Как вы, например, раскопали, да, когда мы Коушера слушали. Типа, с этой, с Барс Митсвой, да, типа, как вы круто эту хуйню раскрутили. Жалко, что записи нет. Жди меня дома, мука. Продюсер бай Михаил Чертищев и Илья Быстров. Let's go. Поехали. Шестиэтажная. Жди меня дома. Жди меня дома. Жди меня дома. В четверть седьмого. Живым или полуживого. Как одинока доска. И вряд ли вернется весна. Жди меня дома. Четверть седьмого. Вечно живым или полуживого. Как одинока доска. И вряд ли вернется весна. За моей спиной города, города. Сколько ты не пой, но пора по домам. В тон с моей головой загудят провода. Это для тебя череда, сирена. Верю, не умрут для тебя цветы. Если я люблю, то могу идти. Фонарем в окне догорит закат. 100 шагов тебе, не один назад. Жди меня дома в четверть седьмого. Вечно живым или полуживого. Так одинока доска. И вряд ли вернется весна. Жди меня дома в четверть седьмого. Вечно живым или полуживого. Так одинока доска. И вряд ли вернется весна. Ни плащ, ни зонта не надо. Ты чувствуешь мою дрожь, когда держишь в руках помаду. И мажутся губы красным. Я знаю, как ты прекрасный. Клятвы карандашами твоими не смажет ластик. Лифтащица этажами сквозь образы иллюстрации. Я мысль внутри катаю, мне надо себе признаться. Как жаль, что нельзя подольше в парадной стоять с ключами. Я выдумал все до строчки, квартира стоит пустая. Жди меня дома в четверть седьмого. Вечно живым или полуживого. Знакомый до боли прокуренный голод. Запахом Винстона и теплого кофе. Жди меня дома в четверть седьмого. Вечно живым или полуживого. На автопилоте сломанный компас. Я так не раз проворачивал фокусы. Жди меня дома в четверть седьмого. Вечно живым или полуживого. Так одинока доска. И вряд ли вернется весна. Жди меня дома в четверть седьмого. Вечно живым или полуживого. Так одинока доска. И вряд ли вернется весна.
Припев вас задушили, да? Для рока свойственно огромное количество типа припевов повторяющихся, это нормально. Ему присуще это жанру присуще, понимаете? То есть для рэпа, допустим, да, когда очень много припевов, ну, есть вопросы. Очень много есть вопросов. Особенно если хук, ну, типа, прям неудачный. То вот когда в роке, тут меньше вопросов, потому что на припев все-таки делается акцент. На куплетах нет такого акцента. В роке именно припевы тащат трек. По идее, всегда так. А здесь у нас все перемежение, да? У нас типа рок и рэп. В данном случае, да. Я смотрю, тут помогал писать, типа, букер, да, муки. Ну, и очевидно, да, подход. Рифма стала проще и более считываемая, скажем так. И плюс добавился рэп, типа, речитативчик, да, небольшой. Ну, окей, почему нет, да? С точки зрения разнообразия на альбоме очень приятно такое услышать. Ну, не каждый рок-исполнитель будет готов пойти на рэп, например, да. Потому что считает, что это какая-то херня. Мука молодец. Сделал прикольно. Звучит приятно, я не знаю, по поводу аранжировки очень хорошо, по поводу исполнения, опять же, да, все очень хорошо поставлено, очень хорошо сведено, в ударные четко попадает, прямо четко попадает, хорошо чувствует атмосферу, здесь не нужно типа жестких надрывов, здесь не нужно срываться, да, абсолютно спокойненько, ровненько в атмосферке трека идет. Очень приятно. Что вам было? Только не нравится повторы припева, потому что другой день на клипе, то же самое будет для меня скучно звучит, сука, не такой жанр, сука, из-за типа мы с тобой. Буду вывезли. А, буду вывезли, да. Куплеты интереснее вышли, чем припева. Ну, так получается, тоже такое бывает. Погнали? Пока неплохо. Пока хорошо идет. То есть я не знаю, что должно теперь произойти, чтобы, типа, альбом стал, ну, типа, плохим, да. Звучит приятно. Северные ветра. Продюсеры те же самые. Ну, погнали. И северные ветра уносят меня туда, где я бесконечно пьян, лежу у тебя в ногах. И город после дождя напоминает Париж, и люди сходят с ума, рождая самоубийц. Рождая таких, как ты, ломая таких, как я, уродливая внутри, снаружи совсем пищай. Ломая таких, как ты, ломая таких, как я, и мы настолько пусты, что даже нехуя взять. Да это я закрылся, клетки мои в тетрадке, пережить и в них мир, петли и лихорад. Попадали мне цветы, спрятивши пропади, я выколю на груди, сохрани и спаси. Ты пережившая я, отвернувшаяся со дна, прямо скажу в глаза, что между нами война. Даже не угрожай ни лезвием и ножа, обжабана и в долга, так нахуй ты мне нужна. И северные ветра уносят меня туда, где я бесконечно пьян, дышу у тебя в ногах. И город после дождя напоминает по-другому исполняет. Не попадает. Ну не попадает. Полюбил больше, чем лет, обнимал крепче подушки. Плановись, поверю, то, что завтра будет получше. Но ведь завтра будет похуже. Все сильнее сжимается череп. Нахуй ваш светлый завтра. Я в себя больше не верю. Полюбил больше, чем лет, обнимал крепче подушки. Больше не похуй.
И северные ветра уносят меня туда, где я бесконечно пьян. Держу тебя в ногах, и город после дождя напоминает Париж. И Льюис сходит с ума, рождая самоубийц. Рождает таких, как ты, ломает таких, как я. Уродливая внутри, снаружи совсем печаль. Ломает таких, как ты, ломает таких, как я. И мы настолько пусты, что даже не хуй взять. Даже не хуй взять. Не хуй А что не так с инструменталом? Вполне нормальный, с закономерным развитием. Звучит очень органично. Не нравится вот эта строчка, точнее ее окончание. Все хорошо, по слогам идет, все четенько расставлено. Тац-тац-тац, вот это вот... Оно не лезет сюда. Оно сюда не лезет. Он пытается это исполнить так, чтобы лезло, но оно, сука, не лезет сюда. Оно вот неправильно составлено. То есть предложение неправильно составлено. Оно не лезет сюда. Рождая таких, как ты, ломая таких, как я, уродливый внутри, снаружи совсем печаль. Ломая таких, как ты, ломая таких, как я, и мы настолько пусты, что даже нехуй взять. То есть просто говоря это, как будто бы да, но он, когда это начинает исполнять, бля, оно настолько выбивается. Дело не в мате, а дело именно в том, как построено. Оно очень сильно не влазит в рисунок. Но это пиздец. В остальном трек очень хорош трек. Развитие, да, второй припев по-другому исполняет, третий припев как бы аутро одновременно, да, заканчивает, все хорошо. Но, сука, вот это вот, блядь, оно не лезет, блядь, ну не лезет оно, ну измени ты строчку, блядь, ну понимаешь же, что не лезет, да. Может, специально сделал, может, намеренно, но я не понимаю. С вот этими похуй, да, прикольно было. Похуй, похуй, не похуй. Прикольно. Но вот это, бля. Драмка необычная, чего-то необычного. Уродливая внутри, снаружи совсем печаль. Нормальные барабаны. Таких, как ты. За что между нами война, даже не угрожает. Уродливая внутри, то, что завтра будет получше, но и завтра будет похуже. Не знаю, нормально звучит. Хорошие барабаны. После тебя следующий трек. Ну, заебись, блядь. Что, сука, надо браузер, походу, менять. Заебала эта хуйня, блядь. Нихуя не работает. У меня Twitch теперь тут не работает, блядь, на этом ебучем Яндексе, сука. Ну, я же пользуюсь вашей экосистемой. Что произошло, блядь? Пиздец. И Twitch просто, блядь, теперь не заходит, потому что браузер, блядь, не поддерживается. Заебись. После тебя. Илья Быстров, Михаил Чертищев и сам Мука. Нихуя себе. Так, что, синглом выходил трек, да? 28 октября. Опа! Получается, не весь материал новый, да? Наебал? Ну, окей, окей, окей. Погнали. Че, саксофончик, да? После тебя ночь распадалась на крошки стекла. Медленно таяла соль на губах. После тебя расцветали сады, но там мертвые цветы. После тебя ночь распадалась на крошки стекла. Медленно таяла соль на губах. После тебя расцветали сады, но там мертвые цветы.
для тебя. Ночь распыталась на крошки стекла, медленно таяла соль на губах. После тебя расцветали сады, но там мертвые цветы. После тебя ночь распыталась на крошки стекла, медленно таяла соль на губах. После тебя расцветали сады, но там мертвые цветы. После тебя остановилась планета Земля, время не ставило все по местам и убивала нещадно весна. После тебя, после тебя я никогда не сгорал со стыда, и мне не нужно кого-то играть. Тысячи губ повторяют слова. Как будто бы даже история проскакивает на самом деле. Я не уверен, но как будто бы да. То есть химия, да, возникла. Потом жди меня, то есть он куда-то уехал, теперь возвращается, да, северные ветра. Плывет он, да, плывет, все пытается добраться. Вот после тебя что-то случилось, да, расставание какое-то теперь. Соответственно, у нас тут что было? Медленно таяла соль на губах, да, можно сказать, что это типа слезы, но опять же, да, это может быть и связано с тем, что он плыл, что-то там кого-то, да. И вот появились мертвые цветы, и следующий трек мертвые цветы, потом пустота, и осень будет холодной, и тут опять осень, да, фигурирует у нас. А точнее, тут весна, да, весна убивала, а осень будет холодной. То есть, ну, какой-то сюжет все-таки присутствует во всей этой истории. Просто нужно, видимо, углубиться, прям вчитываться. Я, к сожалению, просто за муку не шарю, как следить за его сюжетами. Поэтому не знаю. Вот знаю, как за ЛСП следить за сюжетами. А тут не совсем, я уверен. Поэтому не шарю. Следующий трек мне не нравится. Остальные кайфовые. Окей. Не, хорошо исполнено. Супер. Супер. Переходы, да, опять на месте. Повторяются слова. Последняя ночь. Наши крошки стекла, да. Окей. Погнали. Мертвые цветы, да. Одноименная композиция с названием альбома. Да еб-то. Ай, меня бесит. Мертвые цветы. Продюсеры те же. Мука. Слушаем. Started.
готов каждый дарить любовь, чтобы встречать тебя вновь и вновь. Тысячи глаз не забыты мной, и может быть кто-то сожжет огонь. Ты хочешь быть голой, проснувшийся рядом, лечить мои раны, спасатель ебаный, как милая пара. Но так не бывает, ведь мои самолеты не летают обратно. Горькая правда, сладкие вина. Ты раздевалась, но так не открылась. Спасибо за силу, я не забываю. Все знаки, помню детали, что мы искали, как меняли местами. Разве нормально? Скорее съезжаю. Я, видимо, наглухо, и такое бывает. Горькая правда, сладкие вина, и только чужое бывает красиво, а все остальное не задевает. Я не забываю и не возвращаюсь. Так, поет. Тысячи глаз незабытых мной, и может быть кто-то сожжет огонь. Я уже сотни убил цветов, и не жалею, что был жесток. Пусть улетит в небо лепесток и принесет мне мою любовь. Я готов каждой дарить любовь. Не, ну это, конечно, точно не Maybe Baby, это точно. Но было бы интересно узнать, кто исполняет, потому что голос очень приятный. Тут нигде не написано, нигде не указано. Ну, типа, окей. Не знаю, хороший заглавный трек. Приятно звучит, хорошие расстановочки. Куплеты, припевы, бриджи, все, типа, да, на месте. Здесь запарился, всего навалил, да. Еще и девушку позвал, чтобы она всю эту историю озвучила, исполнила, да. Очень приятно. По куплетам, на самом деле, отчасти по ударным и по вот этому вот исполнению куплетами похоже на ЛСП, вот как раз «Несчастных людей», да, с последнего альбома. Чуть-чуть, отдаленно, очень приятно. В припеве, конечно, сам, да, своя идентика. Прикольно. Нравится, приятно. Бля, я не знаю, до чего доебаться. Просто приятно, хорошо звучит, хороший рок. Очень хороший рок, качественный. Хуй знает. Видимо, знакомая его, которая не является исполнителем. Ну, в любом случае, можно было же как-то указать, да, хотя бы имя, фамилию, чтобы, ну, типа, люди хотя бы знали. Ну, может быть, захотел остаться анонимным. Тоже такое может быть, не исключаем такого варианта. Следующий трек — «Пустота». Поехали. Гори кровавым закатом в моем окне, любовь позабытая навсегда. Давно не печалила, но во мне о
осталась ебаная пустота. Мы будто бы выжили на войне, укрылись от пули, сошли с ума. И все ничего бы, но вот во мне осталась ебаная пустота. Когда прямо, как в лучших романах, теряешься нахуй и становишься камнем, камнем, как мне. Звонить до ночи, рассказывать вновь, о чем было днем, так темно говорить. Зови по ночам, но есть одно но, не ройся в голове моей, пусть догорит. Гори кровавым закатом в моем огне. Любовь позабытая навсегда. Давно не печалила, но во мне осталась ебаная пустота. Мы будто бы выжили на войне, укрылись от пули, сошли с ума. И все ничего бы, но вот во мне постель. Хочется убежать, не заметаясь ли ты, жить и не задыхаться в объятиях пустоты. Гори кровавым закатом в моем огне. Любовь позабытая навсегда. Давно не печаль. Хорошо, пошел разгончик, да, видимо, под конец альбома, приятно. Я уверен, что на концерте это просто ебет, то есть прям пиздец как. Не совсем уверен, как для домашнего прослушивания, потому что предыдущее было, да, вот меланхолично, ты сидишь такой, да, растворяешься в атмосфере, здесь уже больше разгон пошел, и меня не совсем втянуло, буду честен. То есть, да, прикольно, пошло разнообразие, но меня не втянуло, если честно. То есть... Типа, вот на концерте я бы разъебался 100%, да, зал орёт, исполнитель херачит, да, барабанщик живую с гитарой, блядь, и басами, все охуенно. Но в наушниках меня вот редко что-то такое цепляет прям, особенно в роке. Поэтому, типа, ноль проблем, звучит супер, очень сочно, но это концертник, это чистый концертник, и очень круто на концерте, уверенно, раскрывается. Вот это бридж, кстати, мне кажется, а не второй куплет. Но это ладно. Погнали дальше. Осень будет холодной. Да, крутой инструментал. Базара ноль. Осень будет холодной. Погнали. Обнимаю. Стакан, отменяю звонки, петли твоей двери, вышибаюсь с ноги, может, ночь мне подскажет как, и выпрыгнуть из окна, и обнимаю стакан, я потеряю себя. Обнимаю стакан, отменяю звонки, петли твоей двери,
вышибает с ноги. Может, ночь мне подскажет, как не выпрыгнуть из окна. И армия моих трав не покарает меня. Обнимаю стакан, отменяю звонки. Вот этот крутой. Вот здесь, бля, вот здесь мне нравится, как сделаны горки вот эти вот, да, динамические, очень прикольно. И он прям от обратного, да, от... Не понял. А, понял. И он прям от обратного исполняет припев сам по себе, да, и плюс инструментал это подчеркивает, этот взрыв, да. И вот эти вот гличи, бля, драмка пошла в ход, бля, охуенно. Вот этот пиздатый трек. Прям разрыв максимальный. И на концерте прям, прикиньте, да, стробоскоп ебашит, бас из колонок хуярит, вот этот хук, ну это вообще пиздец, вот это разъеб. Это очень круто. И оно прям, да, типа, средненько вверх, прям сильно вниз, потом вверх, потом сильно вниз, и потом в конце очень ударно заканчивает. Очень красиво, очень круто исполнено. Супер, супер, все постарались. Инструментал, бля, вокал, все супер. Вот это охуенно. Это пока лучшее для меня, что мы слышали здесь, пиздец. Мощная работа. Красиво. Сочно, вот это максимально сочно. Неон, последний трек. Let's go. Неона мне совсем не по себе.
под ногами расплылась, как акварель земная твердь. В эту ночь в лучах неона я пытаюсь не умереть. Сейчас осталось доходы и отхода. Оборваны номера, хуёвые времена. Огромные города, дешёвая наркота. Где я? Искаю слюни на полу в темноте. Хочу отсюда бежать, чужую шкуру надев. Я упаду в потолок, я буду пялиться в пол, задыхаясь под открытым окном. Страх цепляет мои ребра, заставляет меня петь. В эту ночь в лучах неона мне совсем не по себе. Под ногами расплылась, как акварель земная твердь. В эту ночь в лучах неона я пытаюсь не умереть. Потерянных объективов мы сломаны внутри, обезображены косметикой. Двухлетняя депрессия, окраина Москвы. Я слышу едкий запах, это мертвые цветы. И меня аж тошнит, как от панических атак. Я, может, и не выжил, сука, если бы не страх. Ух, прям очень красиво закончил, а? Прям очень сильно. Вау, вау. Пиздец. Вот это разъеб. Охуенно. Красиво. Что не припевом, да, а такими прям сильными строчками. Притом так типа чисто, да, практически без инструментала, просто вот постскриптумом таким. Очень круто, очень круто. Припев тут, конечно, да, это просто как бы... По сути, это бридж, а припев — это инструментал как раз-таки. Очень круто, очень круто. Нам полнодев, темноте, мешаем, не осуждаем, духовный тхана, самое слово, да. Круто, круто, вот последние два трека пиздец разъеб. Это прям круто. Очень однообразно, да еще и в жанре, который мне не нравится. Ну, опять же, да, это жанровая принадлежность. И в своем вот в этом жанре, типа, да, в роке в данном случае, Мука справляется очень хорошо. И делает очень круто. Базару ноль. То есть, да, весь альбом идет довольно ровно. Тут спору нет. Лично для меня, по крайней мере, он прям ровненький. Но при этом он очень крепкий. То есть, он дает тот рок, который, типа, ну, нужен, да, который должен быть. В случае с тем же тейпом, да, который дает трэп, который, типа, ну, и не актуален, и не звучит, и ничего он как бы не предлагает, да, нового. Мука в данном случае тоже ничего нового не предлагает и делает довольно ровно, точно так же, как тейп. Но в случае с тейпом он исполняет очень круто. Тейп очень сильно просел в альбоме, если вы обратите внимание, да, в Ворскве. То есть тут как бы, бля, дело двух концов, и каждый для себя какие-то выводы сделает, да, но мне безумно понравилось, очень красиво, очень круто звучит, и последние два трека очень ставят классную точку во всем этом, мне прям безумно понравилось. Я два трека добавляю в наш плейлист, последние два, я думаю, они этого заслуживают, очень крутые две работы.
Бля, давайте добавим. Нихуя себе. Ну и отдельный респект за упоминание Андрюхи Пирокинезиса, да? Они же совместно работали, да? Да, работали. Работали парни совместно. Ну, в смысле, не над треком, а вообще. Так или иначе, они работали совместно, пересекались, да? Охуенно, охуенно. Классно закончил, супер круто. Спасибо большое. Очень красивая работа. Приятно. Тем более жанровое разнообразие на канале всегда приятно. Я люблю такое. Спасибо большое.